«Безопасные каникулы» – акция для самых юных участников дорожного движения. Ребята из детского лагеря «Солнечный», действующего на базе Одинцовского центра эстетического воспитания, и на занятиях регулярно изучают правила поведения на дороге. У нас есть пятиминутки, и перед занятиями мы стараемся им рассказать о каком-то знаке, о каких-то правилах дорожного движения. Происходит в течение всего учебного года. В мероприятии, которое прошло в парке «Малыш», приняли участие 49 ребят. Для успешного прохождения всех этапов увлекательного квеста детям пришлось применить как умственные способности, так и спортивные навыки. Знание правил дорожного движения необходимо с самого раннего детства, отмечают госавтоинспекторы. К сожалению, не все родители даже знают эти правила дорожного движения или забывают. Поэтому хочу обратиться к родителям. В первую очередь, они должны быть помощниками детям и соблюдать сами правила дорожного движения и обучать детей своих, потому что никто, кроме родителей, про правила дорожного движения так хорошо не расскажет, как именно взрослые. Сначала ребята поделились с инспекторами своими начальными знаниями о правилах дорожного движения. Затем соревнования продолжились для команд. Первый тур состязаний назвали «Зебра». После эстафеты сотрудники госавтоинспекции провели небольшую экскурсию-инструктаж по парку и тест на знание дорожных знаков. Затем в формате игры дети смогли пройти квест и побывать в роли пешеходов, пассажиров и водителей. Это все зависело от везения, кому что быстрее будет. Мы запомнили главную дорогу, повороты, всякие развилки и разносторонние движения. Детям надо знать правила дорожного движения, чтобы наиболее безопасно переходить дороги и в будущем быть участниками большой дороги. В завершении всех участников мероприятия наградили почетными грамотами. Но главное, как отмечают в госавтоинспекции, такие акции помогают сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Екатерина Крамер, Наталья Азарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».